Сегодня Валерий Семенов подтвердил, что он принял предложение руководителей края представлять наш регион в Совете Федерации. Слухи об этом ходили давно. Газета «Известия» даже сообщала, что документы по его кандидатуре уже направлены на согласование в аппарат Совета Федерации. Напомню, место сенатора края пустует после внезапной смерти от сердечного приступа Вячеслава Новикова. В Верхней палате парламента он представлял интересы края с 2002 года. Что касается Валерия Семенова, то окончательное решение может быть принято законодательным собранием края 3 апреля. Сейчас Валерий Семенов занимает пост первого заместителя председателя законодательного собрания края. Считаю, что я смогу принести достаточно много пользы, подхватить те инициативы, которые не успел завершить Вячеслав Александрович Новиков, добавить новые вопросы, которые необходимы для рассмотрения Красноярского края. Ну и самое главное, для себя и для своих друзей ставлю основную задачу. Я там в командировке. Я работаю в Красноярском крае, на Красноярский край. Я большую часть времени буду проводить здесь.